Всем пламенный привет! В эфире Insta News и дайджест интереснейших публикаций казахстанских селебрити в Instagram. В этом выпуске Луина, Галымжан Молданазар и группа Ринго. Подумываем над тем, чтобы летом открывать специальную рубрику «Звездный отпуск», ибо география отдыха наших селебрити действительно радует глаз отличными фото. Вот, например, Луина свой отдых решила провести в Барселоне, и, судя по публикациям певицы, ей в Испании очень даже по душе. Нам только остается пожелать ей хорошенько отдохнуть и как следует набраться сил. Вы уже послушали песни с нового альбома Галымжана Молданазара. Синди-поп-певец интересуется, какие треки понравились вам больше всего. К единому мнению подписчики не пришли, мы же больше склоняемся к варианту, что вся пластинка хороша и определенно заслуживает вашего внимания. А вот группа Ринго дружными рядами отправилась в Минск, но не отдыхать и наслаждаться красивыми видами, а для того, чтобы стать почетными гостями народного конкурса «Славянский базар». Что ж, счастливого им пути и отлично провести время! От фотографий, сделанных на Galaxy S9, невозможно оторвать взгляд. Отпуск, день рождения, прогулка по городу, встреча с друзьями, любое событие смотрится как отдельный праздник через призму вашего нового смартфона. Приобретайте во всех официальных сетях страны. Чем еще удивят нас звезды, узнаем в следующем выпуске. Пусть ваш день будет удачным!